Титул самого мелкого представителя кошачьего семейства в Азии носит ржавая или пятнисто-рыжая кошка. Ее вес составляет от 900 граммов до 1,5 килограммов. Обитание в условиях дикой природы юга Индии и острова Цейлон сделало ее тело стройным и мускулистым. Неуловимость – главное качество этого милого маленького создания. Миниатюрность позволяет пятнисто-рыжей кошке быть отличным и незаметным охотником. Однако это же делает ее уязвимой для больших хищников. Главный залог выживания ржавой кошки – стремительность движений. Она может быстро и беспрепятственно забраться на тонкие ветки деревьев, где крупным хищникам не удержаться.